widziałem. A trialku masz pełną. Ну что тут? Это у нас салат Димара. Вот это? Да. А что туда входит? Вот салат темно немножко. Креветки, мидии. Подожди, сделай паузу. Нажми на кнопку. Паузу наоборот. И что-то еще там. Овощи-гриль. И овощи-гриль. А может быть, мы так сделаем креветки? Вкусные. Креветки невкусные, креветки вкусные. Креветки. Давайте пока сюда. Спасибо. Да, бери. Это у нас шашлык, ребра, свинки. Это у нас цезарь с лососем, это креветки темпура, это у нас вкуснейшие овощи гри. Спасибо. Что, картошечка по-домашнему, черноморская барабулечка, пожалуйста, с бычками. Да что вы говорите? Вот это один. А скажите, а где мы находимся? Ну, конечно же, в Одессе. Нет, это я еще помню. А в каком заведении? В ресторане «Кораблик». Ресторан называется «Кораблик». Так что приходите, кому интересно, здесь вкусно. И прямо на воздухе. Да? Прямо на воздухе. Да. Сереж, бери. А что это я снимаю? Вот это, что это? Что это салат цезарь с курицей. Темно, да. Тут еще есть, это как обжаренное-то, это было называется? Бекон. Бекон, да. Так, так, так. Это вино. И за вас. Пусть мечты сбываются. И можно один кетчуп дать? Да, да, да.